Доброе утречко, друзья. Сегодня оно вроде хорошо начинается, потому что сегодня более-менее хорошая погода. Настя счастлива, она идет наркоманить. Бегать я иду. Но дело в том, что оказалось, что все бегуны наркоманы. Почему? Ну, потому что у них там какая-то херня происходит на 7-м километре, и они, это наркотик у них. А-а-а, у меня на 7-м километре не будет долго еще. Но ты сегодня уже чуть больше сюда прибежишь. Самое главное — бегать под классную музычку. Бежишь такой себе, солнышко светит, птички поют, ты радуешься. И очень-очень доставляет большое удовольствие. Вот. Так что я побежала. Все, пробежка закончена. Я горжусь собой, что делаю это, потому что, если честно, я очень хотела, но все-таки сделала. Фу. Ну и чё, как? Сегодня ты, кстати, рожа даже не такая красная. Потому что я в радость лапшочку почти. Ну я так вспотела. Сегодня очень сильный ветер, и вот вообще продувало, надо было шапку ходить. Сильно вообще продувало. Я еще около речки бегала. Так что, вот, надо наращивать темп, побольше бегать. Ну, молодец, молодец, мы горды за тебя все. Ребята со двора смотрят наши влоги и такие говорят: Настя, привет, опять бегала? Мне так стыдно, я такая дура. Бля. Да не ссы. Так там хороший или плохой? Да хороший там, это хороший. Пиздярики, пиздярики. Пошла. Вода горячая. Хорошо, что мы не вечером смотрим. Это было жестко. Короче, беспалево ступал Насте в кастрал стрель. Вы уже поняли. Еще вылезла. Так страшно было. Короче, не советую астрал. На сегодня день. И Настя такая, типа, ладно, раз уж день и делать все равно нечего. Типа, давай посмотрим твои страшилки. Пострелили астрал, который я давно хотел пострелить. Ну, что-то как-то... Вставай, давай, хватит лежать. Короче, вышли? Наконец-то. Насте срочно нужен сноуборд. Так как сноуборда нет, она решила, что нужно все-таки научиться на нем кататься, на этом пениборде. Если что, мы докупим, может быть, эти лонгборды или еще что-то. Но пока вот так вот это выглядит. Да блин,
что мне так не делать? Паша, так страшно там ехать с горки. Что тут страшного-то? Вот змейка. Нет, вот колодец. Вот там колодец. Но... И последний колодец, и за ним вот это вот еще препятствие. Тоже его объезжаешь. Здесь не отталкивайся, зачем? Тебе сейчас хватит скорости. А, сейчас здесь объехал. Оп, уже тут объехал. И вот там, вот с той стороны, в щелочку надо попасть. И оп, туда. Ну все. Куда? Так, Настя, ты готова? Необходимо повысить уровень. Итак, первое твое препятствие сзади тебя. В смысле? Вот поэтому скатись. Короче, наша задача сейчас сходу на него заехать. Давай, Настюха, ты сможешь. Не ссы! Блядь! Ты что ссышь? Налево, налево, поворачивай. Красава, давай, 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 налево еще. Не хватило. У меня нога не так стояла. Настя. Ну так тормози чуть-чуть. Сейчас бы вперед. На камере это не передать, ребята, но это такая скорость, как будто 120 км в час пешком. Ну что, Настюха, научилась кататься? Ну, более-менее. Сейчас как со сноубордами. Вроде научилась кататься, а сама ничего не научилась. Нет, короче, мы еще накатаемся, у нас еще все получится, у нас еще скейтборд расхлябан реально. Да. Вот. Вас мы поздравляем с праздниками, с наступающими или с наступившими. Я не понимаю вообще, что за праздники, но ладно. Ну там шашлыки жарят. Короче, всех с праздником шашлыка жарения. Сегодня мы вам посоветуем сериальчик. Сегодня мы вам посоветуем сериал «Викинги». Особенно первый сезон, он очень неплохой, поэтому... Всем вам счастья, здоровья, отличных вам всем выходных. И сегодня было хорошо. А завтра? Знаете, как будет? Лучше. Всем пока-пока. Yeah.